синуски вот этой вот накладки на Amazfit Bip появляются разного рода отложения, всякие гадости, в общем, почернение вот такого вот металла, якобы нержавейки. Как с этим бороться? Бороться с этим очень легко и просто. Берем такую воду приблизительно 60 градусов. Берем вот такую вот штучку. Ну и соответственно берем любое моющее средство, типа самого простого жидкого мыла. Начинаем все это интенсивно вымывать щеткой с двух сторон, потому как частота браслета, часов, очень важна в процессе носки. Нужно за этим делом следить, иначе разного рода бактерии дадут о себе знать в виде очередного больничного. Всю эту черноту с легкостью выводим. Лучше, конечно, с каким-нибудь спиртосодержащим раствором пройтись. Таким, как антисептик какой-нибудь. Но, в принципе, достаточно и таких простых элементарных вещей, чтобы избавиться от грязи, черноты, отложений жировых, фотожировых. Горячая вода, опять же, можно без проблем смыть. Щетка мягкая. В общем, в конечном итоге, что мы имеем? Чистый браслет, чистый Amazfit Bip. Ну и, соответственно, осталось помыть саму накладку, которая у нас внутри грязная, с отложениями, вызванными ноской. Опять же, горячей водой. ABS пластик, он не боится воды горячий, ну как горячий, 50-60 градусов, это уже нормальная температура воды. Для обработки выше нежелательно, но если вам не жалко пластик, то можете взять и получше. Можно также и шампунью, главное, чтобы щетка была мягкая, она вымоет полностью все. Вот и все. Теперь можно вытереть насухо полотенцем и продолжать носку данного гаджета. Всем, кому было полезно, ставим лайки, оставляем комментарии, ну и, соответственно, подписываемся на канал. Вот такая у нас теперь чистота и порядок. Всем пока!